Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня хочу сделать такое небольшое коротенькое видео о том, какой сотовой связью мы здесь пользуемся. Когда приехали мы во Фридланд, и буквально на второй или третий день мы с нашим родственником поехали в город Гёттинген в магазин MediaMarkt, где приобрели вот такие сим-карты. Связь называется Klarmobil, günstig und gut. Здесь тариф такой, что 9 центов минута и 9 центов смс. Также звонки в такие страны Евросоюза, в Россию, в США и Украину тоже по 9 центов за минуту, но только на домашние стационарные телефоны. На сотовые звонить в России, допустим, около 2 евро. Довольно-таки дорого. Вот. Мы купили такие сим-карты за 5 евро. На счету уже было вот написано 10 евро на счету. Покупали без всего, то есть без загранпаспортов, без всего. Просто купили и уже позже зарегистрировали их на сайте. Эти как бы сим-карты, и все. Зарегистрировали мы их на сайте через Райзепас, через загранпаспорт. То есть такое можно. Нужно было единственное, что указать адрес. Свой адрес проживания. Мы указали адрес во Фридланде, где жили. Там была и улица, дом 54, как я уже говорил. Ротхайлштрассе, 54 у нас был адрес. Фридланд. Мы зарегистрировали, поставили такой тариф, что мы платим 10 евро в месяц, и у нас 100 минут бесплатно по всей Германии на любые телефоны, на сотовые, на домашние, без разницы. Бесплатно 100 минут. 100 смс бесплатно и 200 мегабайт интернета бесплатно в месяц. Если что-то больше, то также идет тариф 9 центов за минуту и 9 центов за смс. Так что тариф очень нравится. Рекомендую. Klarmobil называется сотовая связь. Довольно-таки хорошо и очень нравится. Приобрести, допустим, сейчас мы живем в Апольде, и приобрести карты для Klarmobil без проблем. В любом магазине есть. Приобретаешь и все. Как бы деньги у тебя уже на счете. Так что без проблем. Классная связь, всем рекомендую. Выбирайте сами, это ваш выбор, конечно. Но рекомендую Klarmobil. Всем большое спасибо, дорогие друзья. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.